К концу зимы на людей накатывает тоска, уныние и прочий депресс. Наверное, по этой причине 4 февраля придумали праздник хорошего настроения. Поэтому давайте меньше ходить с кислыми минами и чаще улыбаться. Это сильная новость. Рубрика «Короче». Поехали! В Беларуси подорожали зубные импланты. А все потому, что в этом году ввели 15% пошлину на изделия из титана при ввозе на территорию таможенного союза. А это, в свою очередь, бьет по кошелькам пациентов. Кстати, на данный момент в Беларуси эта услуга стоит от 250 до 500 долларов. Все зависит от сложности системы и объема работ. В Речицком районе два мужика умудрились украсть 25 тонн дизтоплива. Как же они это сделали? У одного из них была топливная карта этого предприятия. Он списывал дизель типа на производственные нужды, а сам продавался своему подельнику, который работает на маршрутке. Как итог, ущерб составил более 45 тысяч рублей. Обоим впаяли 3 года колонии и дали внушительный штраф. Требовали называть «моя госпожа», запретили поправляться и беременеть. Это не история сексуального рабства, это одни из требований гомельских работодателей при собеседовании. Сегодня утром в социальных сетях «Сильных новостей» вышел объемный материал на эту тему, обязательно его почитайте. Там молодая гомельчанка рассказала вот о таких странных требованиях. Кстати, какие закидоны есть у вашего руководства и с какими ситуациями вы сталкивались при собеседовании? Пишите в комментариях.